звезд потихонечку. Ну, мы их сначала того. Речку бросим. Смотрите, ребят. Заедем до побережья, чтобы Ксюша пофотографировалась. Да. Звездочки без воды погибнут, поэтому мы их везем вот так вот. Да, ребят, мы их так везем, потому что, ребят, они реально, Таня права, могут погибнуть, поэтому я держу специально камеру, чтобы ее не упустить в море. Смотрите, ребят, как мы их везем. Прикольно. Ребят, если вам нравится такой способ, жмите лайк. Ребят, это очень прикольный способ. Смотри, ребят, мы их так везем прикольно. Побережье. Нам с Таней очень удачно даже повезло их найти. Да, я вот как раз хотела красную поймать. А я тоже нашел зеленую. Но которую ты нашел, она больше была, чем вот эти. Да, они была больше, согласен. Да, ребят, короче. Да, ребят, если вам нравится такой способ, ребят, жмите лайк и пишите в комментах. Возможно, я выпущу третью и четвертую часть, как мы их находим. Сейчас мы их доведем, я сниму Ксюшу с ними. А потом, ну, уже их пусть я буду отпускать. Или в Рио нашим отпустим. Рио тоже будет. Да, Рио не довезем, потому что они не могут без. Ну ничего, что-то придумаем. Вот. Вода, видишь, насколько прозрачная, что вот если даже морскую звездочку держишь под водой, такое ощущение, что она как будто вообще. Знаете, ребят, как мы прикольно ее держим. Да, ребят, мы не фотографируем Ксюшу, но, ребят, на этом сегодня все. Я с вами прощаюсь. До следующего. Ребят, ставьте лайк, если вам понравился ролик. Подпишитесь на мой канал, включите все оповещения. Ну, а с вами был я, Рукола, ваш любимый блогер, и Таня, которая с вами сегодня. А с вами был я и Таня. Всем пока-пока!